Как сказать на немецком «я иду домой»? Наверняка вы знаете «ich gehe nach Hause», да, и здесь есть несколько исключений, про которые сейчас я вам еще раз напомню. Achtung, Achtung. Во-первых, просто если какой-то дом, то это das Haus. Но если вы берете контекст, что вы идете не просто в какой-то непонятный дом, а именно ваш личный, ваша оселя, там, где вы живете, то здесь в конце этого слова будет добавляться буковка «э». И далекий такой предлог «nach», который мы обычно в немецком используем для указания названия страны или города. «Nach Deutschland», «nach Berlin», «nach Харьков». Но здесь у нас вроде бы недалекое расстояние, да, вот когда мы перемещаемся в другую какую-то вообще точку нашего земного шара. Здесь идет два исключения. То есть предлог «nach», а не «zu». И плюс еще буковка «э», которая в конце показывает, символизирует, что это именно наш дом, наша личная оселя. Ну, там, где мы спим, где наша кроватка. Домой, первый вариант, «ich gehe nach Hause». Второй вариант, «и я иду домой», сейчас немножко вас, возможно, удивит, если вы его никогда не слышали. «Ich gehe daheim». «Heim» – это опять кусочек нашей родины, нашего дома, там, где мы привыкли проводить время. «Daheim» – это такой более сленговый вариант, который используется в неформальном общении. Да, вот здесь тоже рекомендую вам запомнить частичку, вот основу. «Heim» – это вот именно дом, родина. Кстати, родина – это страна, где наш домик. «Heimat» или «Heimatland». Иногда у нас есть ностальгия, боль по родине, и это по-немецки будет «Heimweh». «Weh» – это как «awa», «es tut mir weh», только теперь «Heimweh». Это слово теперь вы будете распознавать, что это как ностальгия, как «ich vermisse», «ich habe Heimweh». Ну и последний вариант, который сегодня вы запомните, и это очень-очень широко используемый «ich bin auf dem Weg nach Hause». То есть, дословно, я есть по пути домой. Ну или, конечно же, в этом контексте мы понимаем, что я иду домой. Если вас кто-то спрашивает, «Wo bist du?», а вы в пути, unterwegs, еще не добрались до вашего домика, то вы можете сказать «Ich gehe nach Hause», «Ich gehe daheim» oder «Ich bin auf dem Weg nach Hause». Пользуйтесь! С вами была Анжелика. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Пока-пока.